типа слушать музыку. Ну, привет, Лиза. Ну что тебе? Кстати, я здесь не одна. Ну а кто еще с тобой? Со мной Липатова Лиза. Да я к ней никогда не подойду. Я к ней вообще никогда не подойду. Липатова ведь всех обижает в классе. Она всех бьет. Помнишь, когда она меня пнула? Мне пришлось в больницу ехать, она мне ногу вывернула. Она до сих пор болит. Так что не надо мне... Так что не надо ее звать. Уже поздно, она сзади меня. И походу она тебя сама боится. Ну, привет, Лиза. Ну, привет, Липатова. Ну, кстати, я помню, я тебе ногу вывернула. А теперь я тебе еще сильнее выверну. На! Ай, прекрати, там же кость сломана. Там же кость сломана. Блин, ты же мне еще кости поломаешь. Прекрати это делать. Ладно. Первый раз я тебе сижу. Боже мой, как она меня достала. И, кстати, Лиза, ты дура. Что? Да это ты дура. Ну все, ты разозлила добрую пони. Ну что, понравилось? Еще будешь меня унижать? И, кстати, у меня же есть ножик. На! Хорошая ранка. Ай, больно. За что? Я ничего тебе не делала. Я же даже тебе не била. За что ты прилетел в демон? Ну вот. Будете вы у меня знать. И еще пыска мне подойдется с такими словами. Ну, и напоследок. Знаете, ребята... Точнее, хейтеры. С вами может быть то же самое. А подписчикам я вам желаю удачи и пятерок в школе, даже 5 с плюсом, и чтоб у вас было все хорошо, у моих подписчиков. Всем пока!